Добрый день, уважаемые коллеги. В моей сегодняшней лекции поставлено два вопроса, но я хочу вначале показать ее преемственность с лекцией Александра Михайловича. Наука развивается таким образом, что она двигалась от познания фундаментальных законов физики к химии, и здесь была огромная роль Менделеева, биологии, раскрытия генетического кода. Но следующий бастион – это то, каким образом работает наше сознание и наш разум. Великий американский психолог, основатель современной научной психологии Уильям Джеймс писал в конце XIX века: «Нечто определенное происходит, когда определенному состоянию мозга соответствует определенное знание. Подлинное представление о том, что это такое, станет таким научным достижением, перед которым поблекнут все достижения прошлого». Но в настоящее время психология находится в состоянии физики до Галилея и закона движений, химии до Лавуазье и представления о том, что масса сохраняется во всех реакциях. Он бы мог добавить и до периодического закона Менделеева. Посмотрим, что прошло с тех пор более 130 лет, то сегодняшняя наука о мозге может рассказать нам о фундаментальном понимании этого органа. Мы знаем, что человеческий мозг состоит приблизительно из 100 миллиардов нервных клеток. Это достаточно точные сегодня знания, измеренные методами клеточной и молекулярной биологии. Мы знаем, что в мозге существует человека около 10-16 степени контактов между клетками. Но это мы знаем уже более приблизительно. Этих подсчетов реально никто не делал. Это производные цифры. Мы знаем, что нейроны, основные элементы мозга, связаны огромным количеством отростков, которые образуют своего рода компьютерную такую проводную паутину. В мозге человека, по разным оценкам, существует от 180 тысяч до более миллиона километров этих отростков, связывающих отдельные клетки. И опять обратите внимание, чем дальше мы движемся в сложные отношения между элементами мозга, тем более приблизительными становятся цифры. Здесь количество связей, оценки уже современные, варьируют на целый порядок. И, наконец, человеческий мозг обладает невероятным количеством степеней свободы. Ну, например, в некоторых работах высказывается оценка 10-86 степеней свободы. Это существенно превосходит количество известных элементарных частиц в известной нам Вселенной. Но вновь никто никогда не рассчитывал, чем выше мы движемся в работу мозга, тем приблизительной становятся наши оценки. Никто никогда не рассчитывал реального количества степеней свободы. Мы можем воспользоваться здесь следующим образом. Борхес когда-то написал небольшую новеллу, которая называлась «Вавилонская библиотека». Вселенная, начинается эта новелла, некоторые называют ее библиотекой, состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей. На каждой из стен каждого такого шестигранника находится 5 полок. На каждой полке 32 книги. В каждой книге 400 страниц. На каждой странице 40 строчек. В каждой строке около 80 букв. А общее число знаков для письма равно 25. Вспомните, о чем говорил Александр Михайлович, о 22 элементах, из которых состоит вся сложность нашего организма. «Я утверждаю, пишет автор, что библиотека беспредельна. В действительности поклонники этого произведения посчитали, что количество клик в этой библиотеке должно быть равно 25 в указанной степени, 1 312 степени, а ее размеры превосходят объем видимой Вселенной примерно в столько-то раз. Я думаю, и не только я, многие авторы, работающие с мозгом, что когда Борхес писал эту новеллу под этой вселенной, этой библиотекой,
он подразумевал наш мозг. Наш мозг таит невероятное количество возможностей. Количество состояний сознания, которые мы испытываем, действительно безгранично в том смысле, что в этих кадрах сознания могут быть запечатлены все кадры фильмов, которые когда-либо были сняты. Более того, все кадры фильмов, которые когда-либо будут сняты. Человек своим разумом и мозгом может увидеть все восходы и закаты, которые когда-либо происходили на Земле, и все люди, которые на время жизни Земли видели эти восходы и закаты, и которые когда-либо будут. Поэтому изучение мозга сегодня становится задачей, проблемой, объединяющей очень многие дисциплины и направления. Это и науки о человеке, и наука о том, каким образом мы познаем окружающий мир, в том числе физику, Вселенную. Это и медицина, потому что ясно, что в мозге работает более 80 генов нашего организма, и количество заболеваний, которые существуют за счет нарушений функции нервной системы, тоже огромно, более 500. Все это привело к возникновению в последние десятилетия крупнейших мировых программ исследования мозга. В значительной степени это было продиктовано в последние 20 лет революцией в возможностях исследования мозга. На этом слайде показана карта некоторых из основных методов, которыми пользуется сегодня наука о мозге. Это то, каким образом выглядела карта в 1988 году, когда она была впервые составлена, а это в 2014 году. Здесь по вертикальной оси показано разрешение этих методов от отдельных синапсов, контактов между нервными клетками, до целого мозга. А по горизонтальной оси – временное разрешение этих методов. И каждый метод занимает свой раздел. Обратите сразу внимание, что идеального метода, который бы охватывал работу мозга от клеточного до системного уровня на всех интервалах времени, сегодня наука о мозге пока еще не имеет. Но тем не менее существуют совершенные приборы, позволяющие следить за функциями, структурой развития мозга и человека, и животных на разных диапазонах времен и пространств. Например, современные методы магнитно-резонансной визуализации мозга, функциональная магнитно-резонансная томография. В последние годы они позволили с помощью новых математических алгоритмов, например, картировать в это уплощенная картина коры головного мозга человека, компьютерно реконструированная из визуализации активности мозга различных испытуемых, которым предъявлялись различные слова, кодирующие различные представления, концепции. И это позволяет наносить на поверхность коры головного мозга карты, состоящие из тысячи концепций, что дает понимание того, каким образом в человеческом мозге представлены идеи и концепции, какова причина тех или иных нейрологических нарушений при, например, инсульте головного мозга, поражающих те или иные участки, и также развитие в сторону теории. Можно щелкнуть на правой части, там есть видео. Более того, методы машинного обучения позволяют, например, сделать следующую вещь. Из активности головного мозга, снимаемой у испытуемого, в момент предъявления тех или иных видеосюжетов реконструировать то, что мозг показывает нам относительно этого внешнего мира. Иначе говоря, здесь с помощью компьютерных алгоритмов была произведена реконструкция того, что машина, снимающая активность мозга, не видела. Мы, конечно, понимаем, что это еще очень грубые и приближенные подходы, но они позволяют из работы мозга увидеть, как мозг видит окружающий мир.
Другие разработки включают, например, такие подходы, как магнитоэнцефалография и новые методы высокоплотной электроэнцефалографии. Это в значительной степени технологии, сложившиеся достаточно давно, но в последние годы, вот эта работа 2018 года, становится все более и более совершенными, и заменяя, например, огромные магниты и заполненные гелием для сверхпроводимости в низких температурах на гораздо более компактные устройства, позволяющие испытуемым делать различные вещи, свободно достаточно передвигаться, и в это время снимаются сигналы, магнитные сигналы активности головного мозга. Однако, несмотря на развитие этих подходов в исследовании глобальной активности мозга человека, я и многие мои коллеги по всему миру придаем особое значение методам, которые позволяют увидеть работу целого мозга с клеточным разрешением. Революция, судя по всему, в принципиальном понимании работы мозга, произойдет именно на исследованиях того, как целый мозг работает, общаясь отдельными клетками или коллективами клеток между собой. Почему? Потому что так же, как геном состоит из единиц информации, существенным образом определяющим содержание генетических и молекулярных процессов отдельных генов, точно так же наш мозг состоит из единиц, кодирующих когнитивную информацию, которыми являются нейроны. Вы не можете сложить несколько генов и усреднить них. Вы не можете сложить несколько соседних нейронов и усреднить них. Нам необходимо клеточное разрешение. И в последние десятилетия такие методы получили очень большое развитие и высокую мощность. К ним относятся, например, прижизненная двухфотонная микроскопия, плосколучевая микроскопия целого мозга, методы оптогенетики. Я сейчас расскажу о нескольких из них. Это картины реконструкции целого мозга мыши, которые мы делаем сейчас с помощью метода, можно на второй щелкнуть, тоже будет вращаться, с помощью метода, который мы разработали с нашими коллегами из Института прикладной физики, кстати, коллектив, руководимый Александром Михайловичем Сергеевым, это мы делали в 2000-е годы, позволяющие с помощью специально генетических методов, метящих отдельные клетки, активные в мозге, и специальной лазерной плосколучевой микроскопии визуализировать в мозге животного популяции клеток, то есть практически увидеть каждый нейрон, активный или помеченный каким-то образом в целом мозге животного с клеточным разрешением. То есть начать понимать, каким образом общество нейронов в мозге устроено, связано, взаимодействует между собой и вовлекается в те или иные ментальные процессы. Другой метод, можно щелкнуть тут еще один раз, другой метод позволяет нам делать это с помощью прижизненной регистрации отдельных нейронов, вот здесь показаны, помечены специальным образом обучавшиеся нейроны, в коре головного мозга животного, живущего со специальным окошечком в черепе, позволяющим через специальный двухфотонный микроскоп визуализировать работу этих клеток, как вот здесь вы видите отдельные клетки, работающие во время поведения у этого животного. Причем, более того, возвращаясь к одним и тем же нейронам, возвращая животное в его домашние условия, приходя вновь к нему на эксперимент на следующий день, через несколько дней, через неделю, видеть одни и те же клетки и каким образом они ведут себя в разных задачах во время когнитивной деятельности и поведения. Другие методы, которые разрабатываются сегодня, это методы мини-микроскопии, когда такой сложный микроскоп, о котором я говорил, монтируется на голову животного, и это не двухфотонная, но однофотонная микроскопия, но она позволяет регистрировать с помощью специальных оптических линз
работу сотен нервных клеток уже в свободном поведении животного. И, наконец, еще один метод оптогенетики. Здесь мы вживили оптические волокна в мозг животного, в специального трансгенного животного, нейроны которого содержат специальные генетически кодируемые ионные каналы, запускающие работу клеток за счет входа ионов натрия и позволяющие стимулировать локально те или иные клетки в ходе, оптически стимулировать в ходе поведения. Каждый раз, когда мы включаем свет, и здесь был значок light, мышь начинает выполнять то поведение, которое определяется работой этих нервных клеток. В нашем случае, в нашем эксперименте, она просто вращается в одну сторону в тот момент, когда мы начинаем эту стимуляцию против часовой стрелки. Но эти же методы оптогенетики позволяют делать сегодня фантастические вещи. Например, две работы, которые вышли этим летом 2019 года. Одна из лаборатории в Стэнфорде, Карл Диссерот и его коллеги. Как вы видите из названия комментария в статье Nature, смысл заключается в том, что с помощью специальных методов голографической стимуляции отдельных групп клеток, возможно, стимулируя всего 20 нейронов в мозге животного, а оно находится вот в такой ситуации, когда ему показывают полоски, и животное должно различать правильную ориентацию, когда оно может лизать и получать воду, и неправильную ориентацию. Даже стимуляции 20 клеток достаточно для того, чтобы без предъявления этого сигнала запустить поведение лизания и получение подкрепления у животного, то есть создать образ этого сигнала в мозге у животного, запускающее все поведение через стимуляцию только 20 клеток. Авторы этого исследования и комментаторы говорят, что мы здесь только скребем по поверхности того, что может быть достигнуто. И это правильно, потому что буквально в это же время, через несколько недель, вышла другая работа из Колумбийского университета, лаборатории Рафаэля Юста, которые использовали более тонкие методы в очень похожей задаче. Они использовали математические модели, позволившие выделить для стимуляции так называемые клетки, позволяющие этим клеткам, при стимуляции этих клеток, завершить паттерн completion, активацию всей группы клеток, связанных с этим зрительным образом. То есть это ключевые клетки, входящие в ансамбль, кодирующие зрительный образ. Не все клетки, входящие в такой ансамбль, являются сердцевинными, то есть обладают способностью вызвать работу всего ансамбля. Но оказалось, что если выделить такие нейроны в таком ансамбле, отвечающим на зрительный стимул, здесь тоже были полоски, то достаточно всего двух нейронов, стимуляции всего двух нейронов, для того, чтобы в мозге у животного возник этот образ, направляющий поведение даже без его внешнего сигнала. И здесь показано, как мыши способны из своего мозга и его нейронов получать этот образ при его стимуляции светом, лазерной голографической стимуляции, и начинать нужное поведение. Итак, буквально два нейрона способны запустить сложнейшее поведение в мозге у млекопитающего, приобретенное поведение, связанное с его индивидуальным субъективным опытом. Почему это важно? Куда это все движется? Например, Илон Маск создал компанию Neuralink, которая призвана найти способы имплантации специальных волокон в мозг человека,
которые бы регистрировали такие нейроны и позволяли бы их в дальнейшем стимулировать, чтобы создать двухсторонние интерфейсы человека с внешним миром. Сейчас речь идет, это статья, которая была опубликована членами, учеными, работающими в этой компании весной этого года. Сейчас речь идет о том, чтобы сделать такие устройства для клинических применений, то есть для восстановления мысленной связи пациентов, потерявших возможность мышечного контроля за окружающим миром при травмах спинного мозга, головного мозга, с окружающим миром через такие прямые контакты за счет отдельных нейронов. Это устройство, они назвали это Neural Lace, нервная швейная машина, позволяет имплантировать в мозг тысячи мельчайших, тончайших волокон, волос, ниток, которые позволяют снимать эту активность. Сейчас это сделано было вместе с учеными университета Лос-Анджелеса в Калифорнии на крысах. Речь идет об испытаниях этого на обезьянах, и компания движется к испытаниям этого в ближайшем будущем на пациентах, потерявших возможность движения и контактов с внешним миром для мысленного управления теми или иными устройствами. Однако, как многие из вас, наверное, знают, и об этом заявляет владелец компании, идея заключается в том, чтобы добраться до уровня технологий, которые будут позволять имплантировать такие устройства в мозг здорового человека, создавая для него прямые интерфейсы с искусственным интеллектом. Насколько это футуристично? В значительной степени это вопрос социальных ограничений и социальных принятий решений в развитии этих технологий. Через некоторое время технологии будут существовать. И это дело нас с вами, общества, каким образом они начнут использоваться. Кстати, в этом же направлении существует целая большая группа проектов, финансируемых специальным подразделением DARPA, оборонного ведомства США, направленных на разработку таких же устройств. И они планируют вывести их на клинические использования в начале, уже к 2020-2021 году. Вот все эти достижения в самых разных областях, начиная с неинвазивных и кончая новыми инвазивными методами с клеточным разрешением, лежат в основе развития мировых программ исследования мозга. Сегодня на исследование мозга в этих программах, в этом новом поколении науки о мозге, обращают внимание как студенты и, например, в американских университетах профессора замечают следующую закономерность, что если раньше, в 60-е годы, те, кто не знал, какую специальность взять, шли в область физики, потом в область молекулярной биологии, то сегодня такой областью стала наука о мозге. На это обращают, безусловно, внимание ученые, занимающиеся науками о жизни. Джеймс Уотсон сказал уже достаточно давно принципиальную вещь, что мозг для 21 века будет тем же, чем ген был для 20 века. И на это обращают внимание и государственные деятели. Как заявил Барак Обама в обращении к Конгрессу США, в изучении мозга настало время выйти на уровень научных исследований и разработок, невиданной с момента пика космической гонки. И это привело к тому, что за последние 7 лет было создано большое количество программ по исследованию мозга. Здесь перечислены только некоторые из них. Одна из них, например, крупнейшая программа, флагманский проект Европейского Союза, который называется «Мозг человека» – Human Brain Project. В нем исследуются самые разные уровни организации мозга,
более чем 100 учреждениями, специалистами, как вы видите, из самых разных областей в более чем 20 странах Европы, объединяющих их на изучение принципов организации мозга, мыши и человека, устройства работы, кодирования информации и моделирования мозга животного и человека на суперкомпьютерах, в том числе с точки зрения разработки нейроморфных систем искусственного интеллекта. Американская программа, которая получила название Brain Initiative, и Brain – это аббревиатура Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies, была направлена, она была принята через несколько месяцев после начала европейской программы и обращения Обамы, о котором я говорил несколькими слайдами перед этим, было именно в связи с этим. Она была направлена и продолжает развиваться на развитие технологий, которые позволили бы открыть новую эпоху исследования мозга. Технологии здесь – это не технологии воздействия на мозг или технологии лечения, это технологии научных исследований мозга, которые позволят сделать следующую революцию. И как я уже говорил несколькими минутами раньше, ученые сегодня обращают внимание на то, что эти технологии – принципиально в них должна быть возможность исследовать отдельные нейроны, взаимодействующие друг с другом в сетях целого мозга, бодрствующего мозга. Цель и динамическая цель, амбициозная цель программы – это то выяснение, как динамические паттерны нейронной активности становятся мышлением, эмоциями, восприятием и принятием решений в здоровом и больном мозге. Китай в 2017 году объявил свою крупнейшую программу, которая планируется будет получать еще большее финансирование, чем в США, с 2017 по 2030 год. Китайская программа ориентирована следующим образом. Они изображают это в виде лайнера самолета, имеющего фюзеляж и два крыла. В фюзеляже, в теле самолета, заложена фундаментальная задача – понять нервные основы когнитивных функций, то есть высшей нервной деятельности. И исходя из этого, из этих разработок, две прикладных задачи. Одна из них – это разработать эффективные подходы к ранней диагностике и лечению болезней мозга, а другая – это создать новое поколение технологий искусственного интеллекта, основанных на функциях и работе мозга. В этих программах участвуют и многие другие страны. Например, здесь показана австралийская программа исследований мозга. Корея ведет очень активные исследования, и в прошлом году было запущено финансирование программы, которая называется Korea Brain Initiative. И надо сказать, что и в России сейчас готовится национальный проект междисциплинарных исследований мозга. Все это ведет к интеграции. Существует идея, которая была высказана на Генеральной Ассамблее ООН несколько лет назад, что должна быть создана такая же глобальная программа исследований мозга, как существует Международная космическая программа и Международная космическая станция. И для нас, ученых России, очень важно, чтобы наша страна достойным образом участвовала в этих международных усилиях. Но есть одно «но». Этот слайд – это переход к этому «но». На мой взгляд, это «но» может привести к тому, что все, о чем я воодушевленно рассказывал в предыдущих слайдах, может не сработать. Мы можем столкнуться со стеной, с которой человечество в науке еще пока не сталкивалось, связанной с огромной сложностью мозга. Когда я перечислял количество нейронов,
количество связей, километры аксонов и дендритов, количество степеней свободы, молекулярную сложность мозга. Все это ведет к тому, что если мы будем просто, как мы делали во многих эмпирических науках, описывать этот объект, то практически, даже если бы все человечество перешло бы в научные исследователи и занималось нейронаукой, ресурсов человечества не хватило бы для описания этого пошагового описания этого сложного объекта. Мы никогда не имели дела с такими сложными системами. Вот некоторые иллюстрации того, что происходит сейчас. Здесь показана картинка прошлого съезда Общества нейронаук США, который проходил в Сан-Диего. Сейчас, кстати, в октябре вот начинается съезд в Чикаго, который 50-й юбилейный съезд, и там будет еще больше участников. Однако и на этих регулярных съездах ежегодных собираются более 30 тысяч ученых. 30 тысяч ученых из 80 стран мира. За 5 дней на конференции рассматривается около 16-20 тысяч докладов, научных докладов, очень плотных постеров с данными, которые, если померить их длину, а это километровое здание одного из крупных выставочных комплексов, в которых проходят эти конференции, и учитывая, что они проходят утром и вечером в течение 5 дней, померив расстояние, то получается, что одна конференция – это около 40 километров этого емкого текста. Мы, по сути дела, сегодня оказываемся в положении маленького человека, стоящего перед огромным деревом, ветви и листья которого содержат сотни тысяч и миллионы статей с очень сложными данными. С 2009 года количество ежегодных публикаций по наукам о мозге стало превышать количество публикаций физики и химии. С 2009 по 2013 годы, например, опубликовано 1,79, около 2 миллионов научных статей, около 16% мировой научной продукции за этот период. Один человек не способен собрать и сконцентрировать в себе все эти данные, прочитав все эти работы. Надежда на то, что анализ больших данных позволит некими бездумными алгоритмами перелопатить и извлечь суть понимания работы мозга из этих миллионов данных, тоже очень малы. Что делать? Мой дед Петр Кузьмич Анохин, всю жизнь посвятивший исследованию мозга, высказал свое отношение к этому проблеме 50 лет назад в интервью по поводу его 70-летия. Можно запустить? Дальнейших годов работы, то я бы так сказал, что совершенно очевидно сейчас обнаружилось одно обстоятельство в науке о мозге. Что совершенно ясно, что сколько бы мы ни делали изящных и хорошо отработанных рыбачьих лодок, но из них броненосца мы не построили. То есть надо делать установку на броненосец. Что это значит? Это значит, блестящие факты, изолированные, не связанные, не дадут нам общей концепции о работе мозга как целого. Став на системный путь исследования, то есть сформулировав промежуточную модель работы мозга, которая включает в себя и анализ, и синтез, мы увидим, что сразу же меняется наше представление о работе отдельной нервной клетки. Здесь сформулировано это же самое в некоторых письменных формулировках. Они точно отражают то, что происходит сейчас, только сегодня это многократно умножено. Тонкие исследования сделали большой скачок, и произошло количественное увеличение работ в связи с развитием электроники, а мы можем было сегодня сказать и молекулярной биологии, и физики. Эти исследования новаторские, то есть каждый опыт что-то дает. Я показывал некоторые примеры удивительных данных. Однако их характеристикой является то, что они могут развиваться без каких-нибудь серьезных обобщений, без концепций. Я должен сказать, что на последнем съезде нейронаук в Сан-Диего я от очень многих ученых уже начал слышать нотки разочарования, что весь этот массив новых методов, технологий и данных не только не приводит к новым обобщениям, а скорее отодвигает от нас
нашу конечную цель и идеал понимания работы мозга как целого. Наоборот, синтетический уровень не может сделать количественного и глубокого скачка, поскольку он наиболее всего зависит от концепции, точек зрения и идей. Может быть, нам наступило время обратиться к тому, как с такими сложными системами фактов обращались другие дисциплины, например, физик. Эйнштейн писал, когда мы говорим, что мы понимаем совокупность явлений природы, а перед нами стоит многомиллионная совокупность накопленных явлений природы в области работы головного мозга. Мы имеем в виду, что мы нашли конструктивную теорию, которая охватывает их. Следовательно, скачком и результатом следующего прогресса должна быть теория мозга. Лишь теория решает, что наблюдается в экспериментах. Каковы требования к такой теории? Прежде всего, общие требования, которые характеризуют любую теорию, в том числе, например, периодический закон Менделеева, о котором шла речь в лекции Александра Михайловича. Теория тем более впечатляющая, чем более просты ее предпосылки. Вспомните формулировку Менделеева. «Больше разных видов вещей она связывает, и шире область ее применения». Предыдущая лекция была иллюстрацией, блестящей иллюстрацией эффективности такого теоретического открытия Менделеева. Но на что должна быть обращена эта теория? Это следующий критический вопрос. Я буду утверждать, что главной проблемой для сегодняшних исследований мозга должна стать проблема «Кто мы такие?», то есть решение вопроса о связи мозга с разумом, интеллектом и сознанием. Никакая теория мозга не может считаться удовлетворительной, если она не включает в себя объяснение этих феноменов. Иначе говоря, нам нужна теория мира, мозга и разума, как единого целого. И это следующая задача для науки о мозге. Она понимается многими исследователями. Например, здесь показаны результаты опроса, проводившегося журналом Science в 2005 году в связи с его 125-летним юбилеем. И тогда журнал задал большой группе выдающихся ученых из разных специальностей во всем мире вопрос: какие главные задачи вы видите, стоящие перед наукой, которые могут быть решены в следующие 25 лет? И результаты голосования вывели следующие две проблемы на первый уровень. Первое – это из чего состоит Вселенная, и второе – каковы биологические основы сознания. Это крупнейшая нерешенная проблема современной науки в целом. Почему это так важно? Потому что сегодня в нашей с вами психологии, если вы спросите человека на улице, имеет ли он разум и имеет ли он мозг, и обладает ли он этими двумя сущностями, он, скорее всего, скажет, что да. Некоторые могут еще сказать, что у них есть и душа, хотя тот дуализм разделения мира на мир сознания, индивидуального опыта, разума и психики, и материи, который сегодня испытывают европейские и мировые вслед за новой философией Декарта исследователи и люди, не предполагали третьей сущности. Декарт подразумевал, что то, что называется mind, это и есть душа, и она взаимодействует как непротяженная субстанция с материальным миром нашего тела. Но этот разрыв, который получил сегодня название провала или разрыва в объяснении, explanatory gap, существует и в нашей психологии, и в наших научных исследованиях. Хотя большинство ученых готовы при этом признать, что в действительности мы живем только в одном мире. Он един, целостен, развивается, и каким-то образом мы должны вписать понимание работы нашего мозга, объясняющего наш разум, наше «я», наше сознание, в эту единую научную картину. Поэтому Фрэнсис Крик, который последние 25 лет своей жизни перешел из исследования генов и ДНК к исследованию мозга и сознания, писал, что с точки зрения истории всего человечества
Главный предмет исследования мозга состоит не в понимании лечения медицинских заболеваний, каким бы важным это ни было, а в познании человеком истинной природы его души. И можно добавить, что продвижение в этой проблеме для науки будет иметь далеко идущие и социальные, и технологические последствия. Здесь я должен вернуться к исследованию в нашей стране и сказать, что когда мы говорим о международных программах исследований мозга, практически очень редко вспоминается, что самой крупной в истории человечества программе изучения мозга была программа, которая существовала в Советском Союзе, в России. Она началась с пионерских разработок и исканий нашего великого гениального физиолога, выпускника Московского университета, кстати, Ивана Михайловича Сеченова, который написал работу, первоначально называвшуюся «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы». Цензоры запретили такое название. Эта работа стала известна больше как «Рефлексы головного мозга». Но в ней он написал: «Я решаюсь пустить в общество несколько мыслей относительно психической деятельности головного мозга, мысли, которые еще никогда не были высказаны физиологической литературой по этому предмету». И действительно, они взбудоражили российское общество и научное общество. Однако в те годы, конечно, еще не существовало научных методов заглянуть в работающий, бодрствующий мозг. Поэтому искания Сеченова были в значительной степени теоретическими. Великий переворот совершил в этих объективных исследованиях Иван Петрович Павлов, который, открыв условные рефлексы, сделал их эффективным научным инструментом аналитического исследования работы мозга и разума. Его интересовала именно психология в этих поисках. Его интересовал вопрос, как материя мозга рождает субъективные явления. И когда он получал свою Нобелевскую премию в 1903 году, в своей лекции он вторую часть посвятил этой новой программе исследований. Он получил премию в области физиологии пищеварения, но в этот момент он уже переходил к исследованию объективными методами психического содержания, говоря, что в сущности нас интересует в жизни только одно – наше психическое содержание. И как результат этих исследований в лабораториях Павла, а дальше и во всей стране, была начата широчайшая программа исследований мозга и психики сравнительными методами, методами физиологии на различных животных, у человека, с введением идеи второй сигнальной системы и введением исследований языка, человеческого поведения. Эта программа, начавшаяся в 30-е годы, продолжалась практически до 90-х годов прошлого века. Более того, с 60-го года эта программа была расширена в программу комплекса социалистических стран, стран социалистического лагеря, которая называлась «Интермозг» и объединяла исследования во многих странах. То есть более чем 60 лет и на огромном объеме материала, территории. Эта программа продолжалась до того, как произошел распад Советского Союза и лагеря социалистических стран. Мы движемся в продолжении этой программы. Нас интересует специфическая теория, которая была развита в павловских традициях, которая получила название теория функциональной системы. Теория, которая вводит в изучение мозга и разума некий промежуточный уровень, обладающий, с одной стороны, когнитивными операциями, такими как принятие решения, постановки цели, получение результата, мотивации и эмоции, оценка результата с эмоциями. А с другой стороны, исследует это в терминах физиологических процессов, объединяющих с собой миллионы клеток по мозгу и целому организму, работающих на решение той или иной задачи организма. Этап, на котором находимся сегодня мы, это движение от общих принципов биологической эволюции и естественного отбора к идеям функциональных систем как таких объединений в организме, которые подвергаются соматическому отбору, то есть позволяют организму перебирать и
позволять выживать таким функциональным системам внутри себя, вместо того, чтобы внешний естественный отбор отбирал сам организм и элиминировал его в случае неудачи. В организмах с функциональными системами, с нервной системой, особенно способной к обучению, организм выводит себя из-под давления естественного отбора, уничтожая свои гипотезы и мысли в виде таких функциональных систем и постепенно накапливая свой опыт адаптивных соотношений. К идее того, что такие функциональные системы, распределенные каждый из них по огромному количеству нейронов во всех частях мозга организма, образуют друг с другом сеть. Это, по сути дела, некий образ нашего мозга как гигантского швейцарского армейского ножа, который имеет сотни и тысячи лезвий, возникающих еще и в ходе индивидуальной деятельности. Каждый из них работает на свою задачу, но, что важно, они образуют друг с другом целостную систему, сеть, которую мы назвали нейронной гиперсетью, и разрабатываем теорию нейронных гиперсетей. Три фундаментальных понятия в этой теории. Теория утверждает, что наш разум, то, что в английском языке обозначается термином «mind», а в русском имеет еще и перевод как «психика», наша психика и разум реальны. И более того, это специфическая органическая структура головного мозга, имеющая также и свою математическую структуру, то есть структуру гиперсети. И эта структура и опосредует наши причинные отношения с окружающей средой. Чтобы описать устройство этой структуры нейронной гиперсети, нам требуется введение новых фундаментальных научных понятий. Фундаментальных в том смысле, что возникновение этого уровня жизни приводит к появлению таких единиц, которых не существовало на предыдущих этапах эволюции жизни и материи. И они возникают только для этого уровня. Поэтому они фундаментальны. Три ключевых понятия, которыми пользуется система, это понятие кога или когнитивной группы. Она утверждает, что разум, любой разум, животных или человека, обладает зернистой структурой. Он состоит из отдельных когнитивных элементов, атомов или молекул когнитивного аппарата, когов. Эти коги, эти элементы, опосредуют отношение целого организма, то есть нас, с его предметной, осмысленной для организма окружающей средой. Иначе разум гранулярен. Для того, чтобы они образовали сеть, нейронную гиперсеть, эти коги образуют между собой устойчивые связи, которые в теории называются локами, от замок, и также аббревиатура «links of cogs». Эти локи отражают причинные связи элементов и процессов в среде, который несет наш мозг, который запасает наш мозг в соотношениях организма с окружающим миром. Это ассоциации, связывающие разные коги. По этим ассоциациям мы можем путешествовать в нашем разуме мысленно, имея эти элементы, даже не обращаясь к внешнему миру. И, наконец, когда мы соединяем коги в сеть с помощью локов, образуется новое качество, новый уровень организации, который называется термином «когнитом», который мы ввели в 2012 году, некоторое время назад. Когнитом следует читать как геном. Когнитом является носителем всего субъективного опыта любого когнитивного агента. То есть наш разум системен. Он имеет свой уровень системных закономерностей. Здесь показаны некоторые свойства любого из когов и локов. Любой ког имеет основание, в котором лежат, собственно, составляющие его нервные клетки. Это группа клеток, которая может быть разбросана среди других клеток в целом мозге. Но очень важно, что только как целая группа они образуют вершину, у которой появляются свои специфические свойства. Эта вершина – это элемент знания организма о некотором объекте, о некотором соотношении, о потенциях этого объекта.
Эта вершина может позволять этому элементу, когу, во-первых, воспринимать что-то в окружающем мире, когда это случается, то есть является рецептором событий в окружающем мире, а с другой стороны, влиять через свою активность на поведение организма и на окружающий мир. Иначе говоря, эти группы нейронов, образующие такие вершины, являются новым качеством причинного элемента. Они имеют причинно-действенный или причинно-следственный потенциал. Это принципиальное свойство элементов этого уровня. И связи между ними – это нетривиальное предсказание теории. Они также гранулярны, потому что в основе связи лежат не отростки между нервными клетками, ребра между элементами нейронной сети, а тоже отдельные нервные клетки. Это нервные клетки, которые являются общими для одного кога, одной когнитивной группы и другой когнитивной группы. Тогда одна группа, возбуждаясь через этот элемент, способна запустить завершение и вызов другой когнитивной группы. Таким образом путешествует мысль в нашем мозге. Мы предполагаем, что таких когов, по-видимому, существует очень много. Теория выделяет в настоящий момент три принципиальных категории таких когов – опероны, квалоны и холоны. Но внутри каждой из них есть свои подразделения. Не исключено, что будущее приведет к формированию своего рода периодической системы этих когов, напоминающих закономерности периодической системы таблицы Менделеева. К чему это все приводит? К тому, что разум оказывается высокопорядковой структурой мозга. Разум в этом смысле – это материальная структура. Да, мы ее выносим в некоторое гиперпространство. Если хотите, нам для того, чтобы понять мозг на его высшем уровне, нужно оперировать в этом гиперпространстве. Обратите внимание, что это гиперпространство мы используем для простоты понимания соотношений между элементами, лежащими в физическом пространстве. То есть это пространство, оно виртуально. В действительности каждый из элементов этого пространства расположен отдельными клетками в очень большом количестве структур. Но сложность до сих пор исследования этих структур и почему нейронаука так долго шла к этому, что каждая из таких когнитивных групп активируется, она находится в памяти, она была приобретена в результате опыта развития соотношения организма с окружающим миром, обучения, памяти. Она активна в течение короткого времени. В этот момент мы ее видим. Но она распределена в виде облака между другими клетками мозга. И когда речь идет о взаимодействии таких групп, а одна группа способна толкнуть другое, то это как облако капелек в объеме мозга, активирующееся в момент времени Т1, толкающее находящееся в этом же объеме, перемешанное с ним, другое облако капелек активных нейронов. Для того, чтобы начать понимать принципы организации таких систем, нам и нужно выходить в пространство гиперсетей, нейронных гиперсетей. В этом смысле это гиперпространство каузально. Мы можем сказать, что оно существует в виде нимба, который может исследоваться как некое математическое пространство. Но в действительности этот нимб расположен в объеме нашего мозга. И это высокоуровневая организация этого мозга. Нас интересует в конечном счете, мы понимаем, что закономерности формирования таких групп, их специализации, размножения в мозге лежат на нейронном уровне. И хотя многие мыслители прошлого считали, что если мы заглянем внутрь машины мозга, мы не увидим ничего, что позволило бы нам понять чувства, мысли, эмоции, мышление. Экспериментальные данные сегодняшних дней опровергают это. Исследуя работу отдельных нервных клеток в бодрствующем мозге, мы, с одной стороны, имеем дело с ними как с обычными биологическими клетками, как все остальные клетки, но эти клетки
несут знания, они способны кодировать элементы когнитивной информации, как этот, например, нейрон у пациента, у английского пациента, который специфически узнает фотографии Владимира Владимировича Путина. Нас интересует, как мозг делает это. Подведем итоги. Чтобы сделать это, я воспользуюсь разделом «Подведем итоги» из замечательной книги Эйнштейна и Инфельда «Эволюция физики». Она завершается следующим параграфом. Подведем итоги. Богатое разнообразие фактов в области атомных явлений опять вынуждает нас изобретать новые физические понятия. Вещество, matter, обладает зернистой структурой. Оно состоит из элементарных частиц, элементарных квантов вещества. Зернистую структуру имеет и электрический заряд, и, что самое важное с точки зрения квантовой теории, зернистую структуру имеет и энергия. Подводя итог тому, о чем я говорил, можно было бы сказать, сегодня богатое разнообразие фактов в области нервных явлений вынуждает нас изобретать новые когнитивные понятия. Некоторые из них я предложил вам, хотя это только небольшая часть того словаря, которым мы начинаем пользоваться в изучении мозга и разума. Согласно накапливающимся данным, разум, то, что называется mind или психика, также обладает зернистой структурой. Это вещество разума состоит из элементарных ментальных частиц, элементарных квантов опыта, которые мы называем когами, когнитивными группами. Зернистую структуру имеют и связи между элементами опыта. И что самое важное, когда я говорил о вершинах этих структур, говорил о том, что они обладают каузальной силой, то есть причинно-действенным потенциалом или энергией, что зернистую структуру в нашем разуме имеет и причинно-следственная энергия мозга, то есть те вещи, которые наш мозг выделяет в окружающем мире, в соотношениях мира, гранулярны и кодируются такими нейронными когнитивными группами, каждая из которых способна нашему организму увидеть и почувствовать что-то в окружающем мире и даже во внутреннем мире и подействовать на него, то есть она каузальна. Завершающие слова Эйнштейна. Реальность, созданная современной физикой, конечно, далеко ушла от реальности прежних дней. Мы можем сказать это тоже и про исследование мозга. Но цель всякой физической теории по-прежнему одна и та же. И мне кажется принципиальным это подчеркнуть. С помощью физических теорий, а в данном случае мы будем иметь в виду и теорию мозга, мы пытаемся найти себе путь сквозь лабиринт наблюденных фактов, упорядочить и постичь мир наших чувственных восприятий. Мы желаем, чтобы наблюденные факты логически следовали из нашего понимания реальности. И без веры в то, что возможно охватить реальность, в том числе нашу ментальную реальность, нашу субъективную реальность, нашими теоретическими построениями, без этой веры, которая движет нами, без веры во внутреннюю гармонию нашего мира, не могло бы быть никакой науки. И я хочу завершить словами великого Уильяма Джеймса, с которых я начал, добавив те строчки, которые были опущены в первом слайде. «В настоящее время, – писал он, – психология находится в состоянии физики до Галилея и закона движения, химии до Лавуазье и представлениях о том, что масса сохраняется во всех реакциях. Галилей и Лавуазье психологии будут воистине знаменитыми людьми, когда они придут. И они наверняка придут когда-то, или же прошлые успехи не являлись бы указателем на будущее. Большое спасибо.